И даже встретил здесь подписчика. Как зовут тебя? Александр. Александр, а под каким ником? Ник, я на ютубе. Тоже дворы моего детства. Гуляли здесь, приходили. В детстве друзья наши здесь жили. Итак, далее. Что до стабильности роликов? Смотрите, вы должны выкладывать ролики стабильно. Ну, определить для себя цикл публикации. Например, раз в неделю, раз в две недели, а может быть, два ролика в неделю. И это должно быть обязательно. Таким образом, ваш зритель поймет, когда примерно ожидать выхода нового ролика. Конечно же, могут быть выходы и чаще. Например, приурочены какой-либо дате. Естественно, может получиться так, что и три ролика в неделю выйдет. Ну, я не знаю, например, если вы снимаете про автомобили, то, возможно, какая-то дата, если вы снимаете для по отечественной автомобили, например, там 50 лет заводу «Жигулей», например, да, и вы к этой дате выпустили ролик. Ну, это так. Каждый смотрит, как хочет, например, понимаете? Вот. Потом обязательно, если вы выпускаете ролики, естественно, вы в них о чем-то рассказываете и попутно, вот это вот важно обязательно, попутно даете советы. Ну, без этого как бы практически не обходится, потому что, например, если вы рассказываете о чем-либо, это уже, ну, рекомендация чего-то, скажем так, да. Если вы обзор делаете на какое-то BMW, то естественно, какую-то модель, то естественно, вы автоматически и практически рекомендуете, если вы говорите, вот это вот классная машина, я на ней ездил, там держит курс хорошо, тормоза обалденные, руль слушается и тому подобное, понимаете? То здесь вам надо быть очень и очень аккуратно с советами. Почему? Если вы будете давать, например, неправдивые советы, ну, может быть, он один раз прокатит, может быть, второй раз прокатит, на третий, четвертый вас просто уже перестанут слушать, перестанут доверять и даже писать в комментариях: «Да, этот видеоблогер фуфломет, брехун». Ну и применяйте дальше. Фейкомет, во, как по-модному сейчас. Этот видеоблогер фейкомет. И все. И ваша репутация просто уже, ну, скажем так, она станет намного, как вам говорят, подмочишь репутацию. Вот примерно будет так. Потому с советами аккуратно. Да, есть такие штуки, есть такие вещи, когда видеоблогеры дают советы, ну, скажем так, прямо за деньги. Ему оплатили. Ну, это тоже можно сравнимо с рекламой. Ну, реклама это одно, советы это другое. Немножко здесь, конечно, немножко есть разница. И советы за деньги. Ну, здесь тоже смотрите на ваше усмотрение. Хотите, давайте. Если вам дороже ваша репутация, ваш имидж, я так думаю, что лучше отказаться. Также вы определяетесь, что советовать, какие темы брать, а какие вообще обходить стороной и ни за какие деньги не давать советы по каким-то темам. Ну, как-то вот так вот. Мы сейчас с вами подходим к третьей общаге. Видите вот эту колею? Здесь когда-то ездил паровоз. Самый настоящий паровоз. Это улица Кленовая туда пошла. Улица Кленовая. А вот здесь ездил абсолютно самый настоящий паровоз. Так что идемте дальше. Рассмотрим, что у меня по плану, о чем вам дальше рассказать. Да, еще про аудиторию. Да, есть, конечно же, если это касается каналов миллионников, ну, давайте, например, известного обзорщика Вилсаком возьмем. У него 9 миллионов. Он дает советы направо и налево, ему уже не интересно. Ему уже не, там идет, знаете, уже как снежный ком.
Ну, это в большей степени, да, обзорщик, он обозревает телефоны, гаджеты разные, автомобили, в том, по-моему, было у него несколько раз. И его реклама, скажем так, может быть, даже мало соответствует действительности, но это уже никому не интересно. Уже никому не интересно. Там идет такой миллионный вал, понимаете? Это когда вы в стадии набора подписчиков, когда у вас там 200 человек, 300, там 500 человек, для вас это очень важно. То есть каждый человек для вас важен. А когда уже там миллионы повалили, так же самое я знаю несколько ну, видеоблогеров, которые несут, ну, скажем так, откровенную чушь, такую туфту. Ну, у них там миллион подписчиков, и они несут, знаете, такая поговорка, без лоха и жизнь плоха. Или еще такая поговорка, лох не мамонт, лох не вымрет. Вот это вот примерно про то, понимаете, на миллион подписчиков 100 идиотов найдется, которые купят. Ну, кстати, он очень-очень сильно рекламирует, я не буду его называть, он сильно рекламирует финансовые пирамиды. Для меня это абсолютно неприемлемо. Мне были заказы, да, по рекламе, там, казино, игр. Я отказываюсь от этого. Я эти темы даже не рассматриваю. Он откровенно рекламирует эти финансовые пирамиды, как он зарабатывает большие деньги. И благодаря этим деньгам он уже отдыхает на Канарах. Да, на Канарах он был. Вот, возможно, за ваши денежки, которые вы потеряли в этом казино. А он их нашел. То есть свой процентик казино ему отстегнуло. Не люблю таких, не уважаю таких. Ни блогеров, ни как человека. Человек, он получается нехороший. Знаете, редиска, как в том кино. Вот такие дела. Потому я не рекомендую рекламировать сомнительные продукты, сомнительные какие-то магазины и сомнительные организации, ну и тем более финансовые пирамиды и тому подобное. Ну вот как-то так.